Это, наверное, самый длинный чек из продуктового магазина. Пошла готовить. Доброе утро. Вы не поверите, уже день. Что мы сейчас будем есть? Мы готовим бургеры. Нормально? Нет вообще? Бургеры. Вот пока у меня готовятся котлеты в духовочке, 10 минут мы займемся соусом. Соус буду готовить первый раз. Надо горчицу, маринад написано, паприку, соль, перец, майонез. Попробуем. Ну, если серьезно, то это какая-то бурда получается. Блин, не знаю. Ладно, еще написано майонеза надо, 3 столовые ложки. А так нормально? Что будет, я не представляю. Кстати, вообще я зря ругала этот соус. Он получился просто обалденный. Вкус паприки чувствуется. Вообще вот именно им промазывают бургеры. Класс. Булочки нарезали и кладем их так вот на гриль. Ой, вот так вот. Вот так вот. Ой, блин. Вот так вот. Промазали булочку, кладем листочек, кладем помидорку, кладем... Аня, помогай! Сырочек, потом кладем... Что еще кладут? О, котлетку же надо! Устаешь и некогда ничего приготовить, то приходят вот такие вот замороженные улитки на помощь. Мы сейчас их распакуем и в духовку погрузим на 8-10 минут. Вот мы их выложили на духовочку. Сейчас они должны как-то закипеть через 8 минут и будем их доставать. Все. Вы хоть чувствуете, как я по вам соскучилась? Целый день сегодня снимаю для вас, все показываю, рассказываю. Сейчас иду за мятой, захотели мы чаек с мятой. Что-то горло. Вот так. Возьмем пару листочков и не будем болеть. Идем пить чаек. Нереально горло. Я не знаю никаких супер рецептов от простуды, от начинающейся простуды. Вот делаю мяту, мед, лимон и чай ромашковый. Горло болит. Доброе утро. День уже. У нас на обед супик куриный. Хоть и лето, и жара. Быстро сниму. Курочка под сыром. Вообще все быстро сделала, не успела снять. Но самое-то главное, из-за чего я снимаю, это вот эти спагетти. Это томат со шпинатом, мои любимые. А еще хочу сказать огромное спасибо моим подписчицам за совет, чем полоскать больное горло. Вот, пол ложечки соды, соль и пару капель йода. Все, я сегодня проснулась, у меня хотя бы голос хороший и глотать. Ура, наконец-то дождик. Так свежо сейчас будет на улице, такой запах. Я не очень люблю жару, такую прям жару-жару тяжелую. Люблю дождь и люблю, когда дождь, а я в машине. Это как будто в доме. Все. Теперь мне страшно. Я уже не хочу дождь. Ужас. Надо куда-то прижаться, наверное. И я ничего не вижу. Так, прижимаем. Сейчас поутих немножечко. Успокоился дождь. Но посмотрите, что творится на улице. Вот так вот. Так вот. Как люди будут переходить? Вам покажу, смотрите, что творится. Как вот выходить из машины, как? Никак. Нет,
Доброе утро! Сегодня суббота, и я смогу вам показать в течение дня, что я ем. Девчонки просто просили. А на обед я буду готовить себе греческий салат. Помидорки наши, зелень наша, но вот огурец не наш. Мы поедем сегодня на дачу, и там я вам покажу, что наше. А вы знаете такой секрет, что когда занимаешься луком, режешь его, чтобы не плакать, надо жевать жвачку. Сейчас проверим. Самое главное, конечно, для этого салатика, его перемешаем потом, это заправка. Ну, как для любого. Мы берем оливковое масло, бальсамический уксус и вот эти вот мои любимые приправы. Вот это мой ужин, вернее наш. У меня все горит, ничего не получается. Все брызгало. Блин, так-то не очень красиво. Итак, это домашние штаны. К пирогам у нас идут пицца. У нас очень много детей. Скоро будет готов завтрак детям. Это бутышница тире омлет. Так, а вы что на завтрак едите? А у нас на улице еще очень тепло. Можно выйти прямо вот, вот прямо вот так. Вот это вот у нас сегодня будет на ужин. Рыбка. Рыбка-то какая у нас? Лосось, да? В соусе терияки. С рисом на гарнир. Вот с таким соусом. А вот это вот гарнир. Рис. Видите, какой рис золотистый. Я рис варю, а потом немножко обжариваю. Мне кажется, так вкуснее будет. Он такой прямо вот... Привет! Хочу с вами посоветоваться. Вот помимо пылесоса хочу вот такой электровеник взять. Стоит или нет? Есть у кого-то вот с такой штукой съемной? Это контейнер? Вот они, два в одном. Беспроводной. Постоянно мощность всасывания. Ну, это не пылесос, да? То есть это как электро... Ну, да, их называют электровеник, да. Ну, вот как раз у кого большие квартиры. Вы знаете, когда на улице осень, и уже нет своих ягод, смотрите, кто приходит на помощь. Сейчас я все разверну и покажу. Такой сюрприз меня ждал сейчас дома. У дома. Сейчас это все откроем. 17 часов. Ну, посмотрите. Если бы вы еще могли почувствовать запах, это просто с ума сойти. Ну, конечно же, это перчики фаршированные. Они тушатся в сметане, с морковкой и в помидор, с помидорками. Сейчас мы их все поднимем. Такое осеннее блюдо уже. Угу. Итак, по многочисленным просьбам, я сейчас повторю приготовление супа гаспачо. Огурцы нам нужны будут, чесночок, лимон, табаско, хлеб, перчик, и лук. Нарезали перчики, огурчики вот такими кубиками большими. Сейчас нам нужен чесночок. Ой-ой-ой, это как так? Как-то он не туда попал, что ли? Дубль 2. Вообще-то надо, чтобы вот так вот было. Все ровненько. Вот здесь вот я не защелкнула. И лучок сейчас нарежем, который я жду. Мне должны его подвести. И вот эту вот всю смесь красивую мы начинаем блендером прорабатывать. Одной рукой ничего у меня не прорабатывает. Затем мы опускаем хлебушек туда. Мякушку белого хлебушка. Оливковое маслечко. Так-то я все делаю на глаз. Соус. Так, табаско я уже накапала. 5 капелек. Лимончик. С лимончик выжимаем. А тем временем у меня варятся вот такие красотки. Креветочки к супику гаспачо. Вот он, кстати, ждет уже своего часа. Сейчас мы его будем ловить. Вот я одну креветку почистила. Посмотрите ее размер. Это просто, не знаю,
больше, чем ручка шариковая. Это как? Я вижу, наверное, третий раз в жизни такую огромную. Она во всю сковородочку. Сидим. Вот здесь. Вот такое место. Потрясающе. Там рояль. Была живая музыка. Отгадайте, что за вечеринка сегодня? Разогрев с моего любимого эллипсоидика. Сейчас выберем программочку. Нет, пока ничего не выберем. Там какой-то барчик. Все отдыхают, и я... Смотрите, было бы у нас тогда в залах. Хочешь водичку, хочешь... Ну, если долго здесь находишься, яблочко перекусил. Мы водичку нальем. Сейчас проверим костюм на прочность. Как же он у нас растягивается. А еще, знаете, что хочу вам сказать? Я удивлена, то, что в этом костюме мне не жарко. Почему? Потому что у него спина. Все, я уже переоделась. Все, чуть потише снимаю так-то. В общем, костюм этот, вот смотрите, какая ткань. Она идет очень необычная. Спина у нее. Классно, да? Решили прийти на ужин, который с множеством народу. Сразу видно, что это турецкий отель. Как в Турции ужин. Да уж. Я из всего этого возьму себе, отгадайте, что? Ну, конечно же, капусточку и все. После ужина вышли прогуляться. Ну, конечно, вечером по-другому, вечером красиво, все горит. Мы гуляем, вот здесь мы все шли. Вот наш отель с синими полосками светится. А сейчас вам покажу. Вот это строится колесо обозрения. Самое большое в мире будет. Идем туда. Ну, здесь народу нет вообще, да? Куда они все? Ну, кстати, не написано, когда, да, откроется. Все трудятся, работают. Она огромная просто. О, очень. Присели вот в таком месте. Они сейчас обнимают.
следующих, которые идут за ручку, тоже любовь. Так приятно смотреть, что вот еще любовь. Вроде все хорошо, но мне не нравится, стройка не мешает, а ее не слышно. Мне не нравятся вот эти нагромождения над шезлонгами, они создают тени как-то. Нет, мы вчера не наелись. Идем ужинать. Никого нет. Вообще никого нет. Сейчас мы здесь посидим и поговорим. А? Нет, здесь давай. Не, мне здесь хочется. Выбираем коктейли. Вот этот вот будем. Ну и как это он переводится, Лёш? Поцелуй меня. Вот это, наверное, будет мой коктейль, вот это будущее. А это, наверное, не мой. Я буду безалкогольный, потому что я девочка. Я тоже так умею делать, кстати, коктейли. Из белка, да? С пеночкой. Вот отгадайте, где коктейль. Поцелуй меня, где Мовенпик.